раунд, с которого мы начнем. Четыре фотографии, четыре футболиста, и вам нужно назвать клуб, который их объединял по ходу карьеры. Не одновременно, а что просто они за него играли. Если вы страну отгадываете, где не пересекаете, это один балл. Mm-hmm. Если клуб, соответственно, уже два балла. Но у нас есть 10 секунд на то, чтобы подумать. Готовы? Да. Начинаем, поехали. Челси. Да, Англия, Челси. Испания. Да. Не Сельта, нет? Нет. Реал Сосьедад. Тоже нет. Но близко. Это Валенсия. Англия. Англия. Нет. Франция. Нет. Ну-ка, в конце. А, Америка. Да. МЛС, но я не помню, какая команда. Galaxy. Ну, да. Но через 20 секунд, ну, позволим, толпы. Ладно, разрешаю. Через 2 ведешь? Шальке? Нет. Ну, там в начале карьеры многие зажигали, потом переезжали в страны побогаче. Это ПСВ. Голландец. Не Испания? Нет. Ладыгин Дерево. А, Ладыгин. Ладыгин. Блин. Это Греция, это Биокос. Италия. Да. Рома. Это спорно. Фиорентина, Италия. Нет? Нет. А, Испания. Нет. Нет? Кайседо. Рома еще играл. Нет. Не, какой играл. Может, Германия. Нет, Германия не салат. Это Базель. Базель. Базель, да. Германия. Германия, да. Не Бавария? Нет. Байер. Да. Ну да, это я догадался. Окей. Мы завершаем. Красава, красава, тырик. Это была Исландия. Что-то остается прежним, 7-4. Франция? Нет? Да. Может быть, Англия? Да. Хорош. Доказываю. Хорватия? Панама, может? Это Нигерия. Да ладно. Плюс у вас, конечно, страны, конечно. Ты наорал это видео. За правильный ответ 2 балла. Так что можешь сразу таблицу давать. Сейчас сделаем. Ну, здесь сейчас от палки между кинем. От углового. Так это выглядит. Но это в Инстаграме столько крутили. Ну, черт. Он ударит сейчас по штанге головой. Правильно. Видно. Поехали. Перекладина бьет. Что дальше? Игрок... Добьет плохо. Или сейчас опять по перекладине забьет будет. Забьет свои ворота? Нет. В штангу бы вратаря. Поехали. Я просто добил тебя. Да ладно. Легко было на вопрос к этим голосу. Нет, так может умеем. А он скажет то, что не было пенальти. А вы сказали? Я даже не понял. Ну, смотри, ты не, я попал, понял, я понял, понял. Нравится, ты подошел и сказал, честно. Да, 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 я понял потом. Ну, ты бы так сделал? Я бы нет. Ну, я бы сделал. Сделал? Угу. Ну, если бы не прям ответственный матч.
Сейчас он примет на грудь, по-моему, а потом на голове вот так мяч продержит. Правда твоя. Я не видел это. Ты че? Прикол. 4-3-3, ты че, сколько рекламировали? Не видел. Тут судья пошел смотреть ВАР. Смотрел еще раз нарушение правил, за которое он только что игрока удалил. Попросил его вернуться в поле и сказал ему, что стоп. И сказал, что желтая карточка отменяет. Что будет дальше? Желтая карточка отменяет? Да, видели, он показал, что это желтая карточка, которую ты только что показал, которая была второй, за которую я тебя выгнал, и игрок думает, что все, и возвращается в поле. Что будет дальше? Ну, просто красную покажет прямую, наверное, да? Правильно. Ну, это я по логике сказал. Но он посмотрел, да, что кто-то наступил, и он его решил прямую, прямую. Ну да, чтобы несколько матчей походу, да. Он не сейчас забьет. Он упадет, упадет, вот так и не забьет. Но это смешно было. Что будет сейчас? Он не попадет по воротам. Или попадет. Нет, еще версия. Быстро, еще версия. Упадет? А? На мяче упадет, может. Нет, еще. Упадет просто. Забьет гол. Правильно. Мамос. Такой вопрос по двору. И остается самый последний вопрос. Удачи. Да, ну я ничего не вижу. Он вышел 1-1. Что будет дальше? Он пробьет, а мяч не залетит в ворот. Он не докатится до ворот, наверное, да? И потом... А, я недавно видел это видео. Он сейчас ударит, мяч прямо на линии остановится, и защитник подбежит и его заберет. Ну, понятно, да. Так я и сказал. Я могу сказать, что еще защитник. Я предлагаю пожать друг другу руки ничья. В упорной борьбе, да? Конечно. Все-таки пожалею тебя, тезка все-таки.